Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодняшняя процедура называется промывание желудка. Для этого нам нужна тазик, 10 литров воды при комнатной температуре, потом шприц желания и воронка. Потом нам нужна желудочный зонд, глицерин или вазелин. Потом одноразовые фартуки для больного или для врача. Одноразовую перчатку. Ход процедуры объясняем больному. Потом берем согласие. Одеваем одноразовую перчатку. Потом для больного одеваем одноразовый фартук. И мы сами тоже одеваем фартук. Тазик ставим между ног. Потом измеряем желудочный зонд от мочки уха до резцов и далее до мочевинного отростка. Вводим зонд, намазываем конец зонда вазелином, ставим под язык и с правой рукой ставим голову, держим голову. Больному объясняем дышать с носом и глотать нужно. После этого берем жаным шприцем воды. Конец зонда вводим шприц жаны и таким движением вводим воду. Потом себе тянем. Берем к лабораторию, остальные воду вводим. При таким движении берем воду до очищения желудка. После этого, после окончания манипуляции, процедуру удаляем зонд одноразовой салфеткой. И бросаем, очищаем ротовую полость, с этим движением заканчиваем процедуру.